אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתי לך מארץ אלוהים אחרים על אופניי לא תעשה את הפסל בכל תמונה. Уважаемые братья и сестры, хочу вам передать привет и шалом из Берлина. Это особенно приятно, что мы можем вместе молиться и изучать праздник Шивуот. Пятидесятница – праздник, который символизирует излияние Святого Духа на землю. Прошедший год показал нам, как важно иметь общение и поддержку друг с другом. Это ценность. Общение – это ценность для нас. Молиться, поддерживать друг друга. Я благодарен вам за вашу посвященность, за ваши молитвы, что мы вместе можем провозглашать и говорить о благой вести еврейскому народу. Последние годы мы живем в Берлине, и последние годы в Европе, и в Берлине возросло количество антисемитских преступлений. Увеличилось число случаев нападения, унижения, антисемитских провокаций евреев. Об этом говорят газеты, говорят еврейские общины. Исследование ЕС также показывает систематическое притеснение евреев в Германии стало обыденным явлением. Доказательства этого можно найти повсюду. В то же время опасность антисемитизма иногда уменьшается или даже отрицается. И за это сегодня важно молиться. Сегодня в Берлине нельзя носить открыто и небезопасные еврейские символы. И это требует от нас четкой, конкретной позиции. Я прошу вас, поддержите нас в молитве, чтобы Бог открывал нам возможность свидетельствовать и смело выражать свое мнение и противостоять антисемитам и нести благую весть и свет еврейскому народу. И сегодня мы будем говорить, изучать, читать о празднике Шивуот, Пятидесятница. Это особый праздник. И будем говорить сегодня о сегодняшней Пятидесятнице, как сегодня праздники влияют. И название Шивуот происходит от термина «пятидесятница», происходит от еврейского слова «шавуот» – «пятидесятый день». Также у праздника глагол «шева», то есть «недели». И также у праздника есть некоторые названия – «хаг Шивуот», «праздник седмиц», «хаг Матан Тора», «праздник дарования Торы», «хаг Ацерет», «хаг Хаг Бикурим, праздник приношения первых плодов, Бикурим. И, к сожалению, сегодня праздник Шивуот не такой значительный, не так сильно, недооценен сильно. Все знают о праздниках начала года, Йом-Кипуре. Многие стараются прийти в синагогу, в общину, на праздник Йом-Кипур. Песах трудно пропустить, да, трудно пройти мимо Седера и не заметить. А вот как насчет Шивуот? Многие недооценивают и не понимают всю силу праздника Шивуот. И действительно, может быть, он не такой яркий, как праздник Песах. Он не такой, может быть, веселый, как Суккот, но о нем говорит Писание очень много. В нем Писание говорит о том, что это тоже входит в тройку самых важных праздников. Есть три важных праздника, когда Господь сказал еврейскому народу, мужчинам, чтобы они приходили на праздник, на три праздника. Это Песах, это Шивуот и это праздник Суккот. Поэтому многие пренебрегают, и многие не понимают всю глубину этого праздника. Что в Израиле это считается вообще день молочной кухни. Но между тем, центральным событием этого праздника это то, что Господь даровал еврейскому народу, нашему народу, даровал им Тору, 613 книгу, 613 заповедей. И это источник нашего существования, источник существования самого Тора и то, что сделано, и то, что Господь давал для нас
Тору. Именно Бог даровал Тору в этот день, в праздник Шавуот, который мы знаем как Пятидесятница. Мало того, что мы едим молочные блюда, кстати, белый цвет символизирует в еврейской традиции, белый цвет символизирует как милость, как любовь к Богу. И то, что этот праздник дан на седьмую неделю, через семь дней после того, как евреи вышли из Египта, то есть абсолютное благословение, абсолютное раскрытие Божьей благодати, милости. И также в общинах, в некоторых общинах пекут на Шивуот четырехугольные, обычно пекут круглые халы, но на Шивуот пекут четырехугольные халы. Это напоминает то, что на праздник Шивуот Бог дал нам заповедь приносить святое святых два хлеба. Два некошерных хлеба, которые имеют закваску. И также символизируют, как четыре угла символизируют ширину, длину, высоту Торы, символизируют трактование или условное толкование Торы, простой смысл, намек, толкование и тайну. То есть четыре есть смысла толкования Торы. Это пшат, ремес, драш и сад. Но Писание говорит, что Бог даровал нам этот праздник на очень важные вещи. Во-первых, это предписание Библии. Раз. Предписание Бога. Второе, это очень, в нем заключены очень важные жизненные уроки. И подобно Пейсаху, в Шивуот запрещена работа. В этот праздник мы читаем книгу Рут. И в некотором смысле Шивуот имеет значимость и актуальность для нас больше всех других праздников именно в сегодняшнее время. Шивуот пришел как явление Богу и молитв еврейского народа. Состояние, когда и наши отцы вышли из Египта, были в пустыне, то одно из условий было, чтобы три дня народ очищался, освящался, молился и ожидал прихода Бога. Мы были без работы, евреи были в ожидании, и они были как дети. Написано, дети Израиля находились возле горы Синая, ожидая голоса Бога. И наша сегодняшняя тема – это Шивуот в современном мире, в мире, когда этот мир называется в научном постмодернизма. И постмодернизм нам пришел после модерна. И это слово «модерн» означает развитие, рационализация, вера в науку. Что все можно объяснить через какие-то определенные правила, определенные научные исследования, что народы узнают, что есть хорошее что-то, и выберут более рациональное для себя. Но мы живем сегодня в эпоху постмодернизма. Первая мировая война, Вторая мировая война разрушили само понимание модернизм. Нацизм, коммунизм подорвал веру в рационализм. Люди из-за своей греховности не всегда правильно понимают, что такое рационализм, что для них лучше. Нации, народы выбирали для себя самоубийство. И мы это знаем из современной истории. Гёте писал, каждый человек есть сын своего времени и своего народа. Мы живем в эпоху постмодернизма. И это значит наше время. Это то, что нас окружает, с чем мы соприкасаемся. Каждый день на протяжении многих лет. Фактически на протяжении всей своей жизни. Это единственное, что по-настоящему знаем. Это значит, что суть постмодернизма сидит в нас и в каждом из нас. И в тех, кто нас окружает. Интересно, что события, которые окружают времени, исторического времени, которые окружают праздник Шивуот, Пятидесятницу, отражает немножко и наше сегодняшнее время. Во-первых, во времена Египта, когда евреи жили в Египте, и если мы посмотрим историю, древнюю историю, то в Египте насчитывалось больше 100 божеств.
И первые из этих божеств занимали, мы знаем, 10 казней, написано в Слове Божьем. Они, Бог произвел суд над самыми главными, так скажем, богами египетскими. В Египте были разные боги, и по-разному им поклонялись. Так и в сегодняшнем мире у каждого есть много маленьких божков. И каждому этому башку кто-то поклоняется. Также Египет был как сверхдержава на то время, могущественная держава. Он был мультикультурный. В Египте жило много, они много торговали, приходили разные, много захватывали. Так что в Египте жило много племен, много разных выходцев из разных культур. И каждый из них поклонялся своему божеству. И всех это устраивало. Всех это устраивало, всех это как-то уравнивало. И сегодня религиозный мир, где религия не является единственным источником истины. Таким образом, признается, что все религии равны. И ценность, каждой религии есть какая-то определенная ценность. В многобожье, сегодня общество многобожье, как и египетское общество. Это общество, в котором богов настолько... сколько есть людей. Считается, что священники, египетские священники, были знакомы с Божьими обетованиями. То, что Бог давал Аврааму и еврейскому народу, что евреи выйдут, будут жить в Египте, то, что мы читаем в книге Бытия, и потом обратно вернуться в землю обетованную. И несмотря на это, что еврейский народ не жил по законам Торы, несмотря на то, что еврейский народ не имел еще законов Торы, для египтян евреи являлись, казалось бы, несуществующим или меньше национальным меньшинством, мини-национальным меньшинством. В огромной империи, в сильном Египте, с сильной армией, с большой политикой. И фараон, будучи руководителем и владетелем сверхдержавы, понимал и учитывал необычность еврейской жизни, еврейской истории. И, наверное, он боялся. Кто знает, что дальше могло произойти? И мы помним, что этот, когда он увидел, фараон, когда увидел евреев, он сказал, что этот народ стал многочисленнее нас. То есть указывает, что он боялся. И разве можно, скорее всего, что у него могла быть такая мысль, разве можно застраховаться от разных политических и военных катаклизмов, разрушивших империю и разрушавших империю, лишивших власти. Поэтому опасность модернизма – это относительная истина. Опасность сегодняшнего современного мира – это относительная истина. Является плодом многих поколений философской мысли. От Августина до Реформации. В интеллектуальных заповедях цивилизации. Начиная с эпохи Возрождения, человечество начало возносить в центр всех событий – это гуманизм или самого человека. Если мы смотрим на период истории модернизма, просвещение было его матерью. Был такой верующий брат Рене Декарт, он говорил, мыслью, следовательно, существует олицетворение нашей эпохи. Бог больше не центр истины. Его место занял человек. Это философская война, это духовная война, где нет объективной истины. И постмодернизм, современный мир, он полностью откинул любые абсолюты. Теперь нет главного абсолюта. Да? Бог постмодернизма – это нигилизм, отвержение любого авторитета. Библия уже для постмодернизма не является непогрешимой истиной. И мы это знаем, что многие конфессии даже приняли и дописали себе в уставах, что Библия, в Библии содержится Слово Божье. Не вся Библия, представляете, не вся Библия Слово Божье, а в ней содержится какая-то часть Слова Божьего. Услышали бы наши прадеды и деды, что сегодня говорится в мире. Опасность современного постмодернизма – это утрата способности к развлечению. Для постмодернизма, который не владеет правильной интерпретацией или того, что видит, то для каждого человека есть своя определенная истина. Автор говорит о том, что он видел, интерпретировал. Я могу интерпретировать
то, что на сегодняшний день, и мы знаем, что во многих учебных заведениях больше прикладывают прикладные науки сегодня в авторитете, потому что каждый хочет применить к себе какую-то определенную истину, определенное действие. И если существует, и, то есть, когда мы знаем, что существует много читателей против одного автора, и естественно, что будет несколько правомерных интерпретаций. Поэтому постмодернизм, опасность постмодернизма современного мира, это невозможно объективно судить между разными конкурирующими претензиями на истину. То есть существует несколько истин, и какую ты выберешь, такая будет тебе удобна. Третий очень важный момент опасности современного постмодернизма – это плюрализм или религиозный плюрализм. Все религии равны. Не существует одной истины. Не существует одной конкретной важной конфессии. Между религиями ты можешь выбирать. И для нас, мы видим и знаем, в современном мире есть печальные примеры, когда люди меняли одну религию, меняли одну свою веру на другую веру, где было лучше, им казалось, что было лучше. Да? Печальный пример боксера Майк Тайсона. В плюрализме ни одна религия не имеет истины. И каждая другая религия имеет какую-то часть ложи, лжи. Для сторонников философского плюрализма или религиозного плюрализма нет ереси, оказывается. Все возможно, все допустимо. Доктор богословия Карсон писал и подстерегал консервативные евангельские церкви относительно религиозного плюрализма. Пребывая в самом мрачном настроении, я иногда задаю вопрос, что если уродливое лицо того, что я называю философским религиозным плюрализмом, является самой опасной угрозой для Евангелия с момента возникновения гностической ереси во втором веке. То есть опасность или прогрессирующая опасность постмодернизма – это относительно истина. Утрата способности, многие утратили способность к развлечению, где истина, где ложь. И мы должны настаивать сегодня. И почему мы празднуем праздник Шавуот? Мы провозглашаем, что есть абсолютная истина. Это Слово Божье, это Тора. 10 заповедей, которых Бог даровал еврейскому народу на горе Синай. Иисус также говорил о абсолютной истине. Для этого пришел, Он говорит, в мир, чтобы быть свидетелем истины. Евангелие от Иоанна 18:37. Постмодернизм говорит, что нет истины, а Писание говорит истина. Поэтому праздник Шавуот еще раз сегодня в современном таком антирелигиозном, я сказал бы, плюралистическом мире, он показывает, является тем основанием, на котором мы можем сказать, истина существует, истина записана в Торе. Поэтому очень важно, да? Наша вера, она выражена не только нашими делами, но перед тем, как мы делаем какие-то дела, наша вера выражена в Слове Божьем. Она выражена в тех заповедях, которые Господь нам даровал. И первая заповедь, которую мы знаем, «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов». 19 глава книги Исход. То есть наша позиция, она выражена конкретным, на что мы уповаем, на что мы стоим, конкретно в Слове Божьем. Плюралистическая позиция, религиозная, она обречена на провал, поскольку они неохотно принимают различия и считают правильное и неправильное. Они считают, что нет универсальной истины, которая бы могла удовлетворять всех сразу. Поэтому их позиция плюрализма всегда обречена на провал. Они не являются авторитетом. Истина, мы утверждаем, что универсальная истина, она у Бога. А человек, как падший, может восстановиться в жертве Христа. Бог произвел соединение через жертву Иисуса Христа, через истину. Писание так и говорит, что Он есть истина. Поэтому
Павел, выступая в Ареопаге перед греческими философами, так и сказал, что Бог по всем, всем повсюду говорит, что пора покаяться, да, и вам, да, Бог дал заповедь покаяться и принять его. Книга Деяний говорит об этом. Итак, мы знаем, что книга «Праздник Шивот» – это не только праздник дарования Торы, но также он выражен как и сельскохозяйственный праздник. Праздник, когда начинается урожай, для нас это очень интересно. И так написано, что принесите первые плоды. И книга Левит говорит нам в 23 главе 17 стихе, мы говорим, что это называется первый плод к Господу. Но мы знаем, что после Песаха, начало сбора урожая, приносились первый плод. В каком смысле можно принимать Шивот как второй плод? Не совсем. Вспоминаем, что первое приношение первых плодов в день после Шаббата, который выпадал на Песах, это было приношение первых плодов ячменя, считавшихся едой бедняков. Второе приношение первых плодов было урожаем пшеницы. Исход 34:22. Еды богатых. Как мы видим, что Мессия стал бедным, чтобы мы могли стать духовно богатыми. 2 Коринфянам 8:9. Первое приношение первых плодов символизирует Мессию как наш первый плод, первенец, из мертвых восставший. Однако второе приношение первых плодов символизирует верующих в Мессию, которые стали его телом на Шивот, который мы читаем в книге Деяний, 2 глава. Мы второе приношение первых плодов Иешуа. Об этом говорится в послании Якова. Он сам по своей воле родил нас словом истины, чтобы нам быть первыми плодами среди его сознания. Бог говорит, что именно как это символизирует и соединено. Бог даровал Тору, мы должны были принести первые плоды нашего труда, и книга Деяний говорит, что мы после Иешуа являемся первыми плодами его создания, его церкви. Иешуа первый плод, его воскресение, то второй плод его воскресения – это тело Мессии. Аллилуйя! Наряду с привилегией быть Божьими первыми плодами происходит и ответственность, как мы читаем в книге Луки. От всякого, когда дано будет много и потребуется, кому много верено, то того, с того много изыщут. Следовательно, что мы являемся не только плодами, которые прославляют Господа, но нам дан Святой Дух, чтобы дать возможность всем верующим следовать за Мессией. Аллилуйя! Поэтому очень важно, что именно сельскохозяйственный плод, он связан и с духовным плодом, который мы должны принести в жизнь вечную. Аллилуйя! Поэтому благодаря Иешуа, благодаря Святому Духу, у нас есть такая возможность жить для славы Бога, жить святой жизнью. Есть благословение Божие. Поэтому мы перенимаем, как мы как Иешуа первый плод, и мы как первый плод его действий. И в Шивот является центральным празднованием Шивот является чтение 10 заповедей. Многие евреи перед началом праздника даже погружаются в микву, ритуальный бассейн, чтобы там провести омовение. Также на Шивот в синагогах читается книга Рут. Почему на праздник Шивот, когда мы читаем, отмечаем получение Торы и читаем 10 заповедей, также мы читаем книгу Рут? История языческой женщины, моавитянки, пришедшая в иудаизм и вышла замуж за Воза. И богословский аспект объясняет нам эти две причины этого обычая. Во-первых, Рут является примером признания и принятия Торы. Без Рут еврейская история не имела бы продолжения. Когда мы смотрим на первое, что значит, что это Рут является ярчайшим примером, на первый взгляд кажется слишком прямолинейным, но Шавуот – это праздник получения Торы целым народом. А книга Рут описывает, как моавитянка перешла в иудаизм, перешла в настоящую веру. Мы стали евреями
Мы стали верующими благодаря тому выбору, который мы сделали на горе Синай. Если наши отцы бы не приняли Тору, не взяли бы Тору, то мы бы, возможно, нас уже давно как нации не существовало. И книга Рут напоминает нам об этом. Сам процесс или да, само принадлежание к иудаизму не является национальным признаком, правда? Но и с одной стороны, как и национальный признак, но с другой стороны, мы понимаем, что быть верующим, быть евреем, это не только что значит родиться в еврейской семье, но и принять и обычаи, и веру своего народа. Поэтому в основе нашего поклонения лежит акт принятия Торы. Интересно, что в Талмуде сказаны такие слова. «Люди, не знающие Тору, не смогут восстать из мертвых», как написано у пророка Исаия. «Мертвые не оживут». И можно подумать, что это слова относятся к той, как мертвым. Нет, это слова относятся к живым. Нуждаются, мертвые нуждаются в излечении и восстанут. Восстанут те, кто уповают на Тору. И главная цель написания книги «Руфь» – надежда на милость Божью. И спасение даже для иноплеменников. Праздники Шавуот, Пятидесятница, есть очень интересное такое сакральное место. Когда мы читаем книгу Левит, 23 главу, мы видим, что первосвященник должен внести в святое в святых, принести хлеба, приложение. Там написано, они должны быть закваской. И это нонсенс. Два хлеба, не пресные хлеба, а хлеба, которые имеют закваску. А мы знаем, что закваска в Библии – это символ греха, символ гордости, мертвости. Ну и мы задаем вопрос, зачем, почему? И книга Руфь отвечает нам об этом, что Господь спасает и благословляет не только евреев, но и язычников. Это важный момент, что это пророческое действие, которое мы читаем в книге Деяний, когда Бог излил изливание Святого Духа, да, на евреев и неевреев, создание своей церкви. Поэтому книга Руфь нам объясняет и говорит, что Бог избрал не только евреев, но и языческие народы. Интересно, что книга Рут еще показывает нам очень важный момент, что женщины могут наравне с мужчинами получить Божью благодать. И Руфь входит в родословие Иешуа. В книге показано могущество Слова Божьего, могущество Торы, его промысел в отношении людей, которые кажутся незначительными, но потом в процессе возрождения и обновления через Слово Божье, через абсолютную истину, становятся ключевыми фигурами в истории. Православный теолог Лопухин говорил, книга Руфь переносит читателя в тесный круг древнееврейской семьи. Необычно живо и привлекательно изображая судьбу и испытывает нужду, как добродетели, так и веры Божьей. По характеру содержания и отчетливости характеристик и способу изложения книга Руфь напоминает разве некоторые сцены из жизни патриархов, книгу «Бытие», «Идиллия семейная» и напоминает нам о важности абсолютной веры. И главный стих книги Руфь написано, но Руфь сказала, 1 глава, 16 стих, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет твоим народом и моим Бог, и твой Бог будет моим Богом». Руфь 1:6. Аллилуйя. И интересно, что книга, то есть ее переход или постановка правильных целей, да? И книга Руфь начинается с интересных такого выражения, да? «В те дни, когда управлялись судьи, случился голод на земле,
И перешел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими пожить на полях Моавитских. И если дословный перевод взять из масоретского еврейского писания, то получится так. «И случилось, когда судили судьи, и случился голод в земле, и пошел знатный человек из Вифлеема Иуды пожить на поле Моава, она и жена его, и сыновья его». И дословный перевод с иврита, который у нас переведено в те дни, когда управляли судьи, получается несколько иным оборотом. В те дни, когда судили судей, если взять оригинальный перевод. То есть, когда осуждали судей, когда не соглашались с судьями, спорили с судьями. И тогда было во времена судей. Мы видим, что и тогда вот вкрапление было вот этого одного из постулатов постмодернизма. Нет абсолютной истины, нет абсолютного авторитета. И книга Рут написана была, когда не было абсолютных авторитетов. Был нигилизм. Не было духовных лидеров. На судей смотрели с пренебрежением. Более того, всячески старались их обсуждать или осуждать, не принимать. И это был такой период, называется безответственной демократии. Или без, я бы сказал, антидемократичной. Потому что все хотели делать то, что им хочет. Возможно, если бы по-другому было, не было бы голода в земле израильской. Бетлехем, да, заметьте, что эти Бетлехем. Слова Бетлехем, дом хлеба. Они символизируют, что как-то в доме Божьем нету хлеба. Интересно, что книга говорит, что Руфь просит воза, то есть восстановить, или воз обязан восстановить семя брата. И книга Второзаконие 25:5-10 говорит, если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за чужого человека. Но дверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену, жить с нею. Первенец, которого она родит, останется с именем брата, его умершего. И это очень важный момент, богословский момент. Книга касается не только спасения, но также восстановления. Восстановления, Божье восстановление. Героиня Рут Моавитянка, и это уделяется большое внимание, большой акцент уделяется, что отношения Руфь и Неомин, каждый на своем уровне обращается к Богу, каждый на своем уровне восстанавливает свои отношения с Богом. И история Руфь, и сам праздник Шавуот, и история Руфь выступает прототипом мессианского искупления. И в ней заметную роль играет именно вот это понятие родословного выкупа. Выражается еврейским словом «гоэль». Выкуп, искупать. Это глагол отличается от синонима «выкупать», «искупать». То есть обычно подразумеваются привилегии или обязанности, относящиеся к близким родственникам. И о важности принятия именно родственного выкупа для сюжета «Руфь» свидетельствует этот глагол «галь», который встречается в книге. Интересно, что если мы читаем в оригинале и видим, то этот глагол встречается, это выражено 21 раз. Представьте себе, что вот этот выкуп, родственный искупитель в книге «Руфь» мы встречаем 21 раз. Хотя в русском переводе мы не видим это, и нам не передается вот этот желаемый акцент с точностью. Но в книге «Руфь» роль родственника-искупителя выступает воз, который не только выкупает поле Наимин, да, но и берет в жены себе Руфь, восстанавливая таким образом имя и удел ее мужа, бывшего умершего мужа Малхона. Это искупление служит прототипом, что совершил Христос для своего народа.
у него, у родственника, да, искупителя должно быть достаточно денег для покупки имущества. У родственника искупителя должно быть достаточно родственных отношений, чтобы это сделать. Интересно, что когда мы читаем, что только родственник, именно искупитель, имел право на месть. Он имел право отомстить. Когда мы читаем, что должен был убежать, если случайно убийство произошло, то именно не всякий мог схватить, побежать и убить человека, который мститель. Написано, что родственник, это только имел право родственник отомстить. Он мог, имел такое право. То есть не каждому. Так и у Христа, да, есть достаточно силы, чтобы искупить нас. У него есть достаточно праведности, чтобы нас искупить. У него достаточно есть силы, чтобы защитить свой народ. Также интересно, что по правилам, по закону, родственник, искупитель должен был готов взять себе жену, восстановить семя брата. Интересно, что в Исаии также сказано, вот это используется глагол. «Торжествуйте и пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим». Вот тут используется вот это же слово, которое написано в книге Руфь, Гуэль, родственник-искупитель. Интересно, что в Новом Завете также написано об Иисусе, что он является женихом церкви, мужем церкви, родственником. То, что мы читаем в 5 Евангелии, в 3 главе от Иоанна, и в Ефесянам в 5 главе, там написано, что он является, да, как в Ефесянам вообще четко сказано, что как церковь должна подчиняться Иисусу, так жена должна подчиняться своему мужу. Аллилуйя. И дальше идет продолжение, восстановление, и мы видим, что сама книга Руфь, она открыта для того, чтобы мы воспринимали и читали ее с мессианским уклоном. Жалко, что наши братья из синагог не читают ее в таком, не видят этого глагола. Может быть, они и видят, но его используют, как мы говорим, в постмодернистском, да? Для них другая истина совершенно существует. У них плюрализм. Кто, если у них так напрямую спросить, кто у них искупитель сейчас? И интересно, что в книге Рут по странному стечению обстоятельств упоминается два раза имя Бога. Как всемогущий, как сильный. Твой Бог будет моим Богом. И второе, как Бог-утешитель. Интересно, что в Коринфянах больше не упоминается и это слово о Боге. Но вся история этой книги упоминает нам о том, что через невидимые поступки, через невидимые действия, там есть в книге даже секрет, мы попозже поговорим об этом секрете, который Бог заложил, что в 2 Коринфянах написано, что Бог для неверующих ослепил их умы, но для верующих воссиял благовествованием в славе, которую Бог явил через Мессию. Когда мы читаем эту книгу, то если мы как верующие читаем, то действительно мы получим сияние славы, мессианской славы. Невидимого Бога мы увидим как видимого Бога. Интересно, что в послании к евреям также сказано, верую они оставили Египет, Моисей оставил Египет, не убоявшись гнева царского, но как бы не видя, невидимым был тверд. Исаия говорит, «Изолью воды на жаждущие, потоки на иссохшие». Аллилуйя. И на самом деле, действительно, если мы сегодня встречаемся с людьми, которые попали под покрышку, которые попали в лапы постмодернизма, то они не видят, они задают только главный вопрос по плюрализму. Да? Почему я должен в это верить? И именно в эту истину. Почему нет другой истины? И сам модернист говорит, что нет абсолютно. Постмодернист говорит, что нет абсолютной истины. Но если мы смотрим внимательно
на книгу Руфь, то мы видим, что сверхъестественно, сверхъестественно Господь благословлял тех, кто верит в абсолютную истину. Тех, кто верит, что Господь, как Руфь сказала, твой Бог станет моим Богом. Твой Адонай, твой Господин станет моим Богом. То есть она принимает при всем, она при всем демократическом выборе, она выбирает абсолютную истину. И предшествующие события, которые мы читаем в книге Руть, они не были обстоятельно говорили о рядах, ну, мы можем сейчас посмотреть со стороны, говорить о счастливых обстоятельствах, которые были описаны, да, что они вернулись, они вышли на то поле, они нашли воза, но самый главный факт, да, из-за между строк мы читаем, через что они проходили, через какие дерби, через какой лес сомнений они проходили. Когда она шла навстречу к возу, когда она собирала колосья, когда она слушала своих советы на Амине. И знаете, наши знания – это одно из проблем сегодняшнего мира – это наши знания. Мы больше уповаем на свои знания. Тот момент, когда народ Израиля не сомневался в величии Божьем, евреи с абсолютной ясностью осознавали свою связь с Творцом, сомнения прекращали существовать. Почему-то мы выделяем этот аспект и всегда слышим, что Адам не послушался Всевышних, могущих повеления Всевышнего, потому что испытывал сомнение и неуверенность. В образе змея Нахаш, сам змей побудил сомневаться Еву и Адама. И подтолкнул наши сомнения, наше знание подталкивает нас иногда, иногда от сторону от Бога. Да? Наши сомнения приводят к греху. Постмодернизм или сегодняшний Шавуот, в чем было вызвано наше получение Торы? Почему Бог дал нам Тору? Ответ – то, что мы находим в Писании, то, что мы находим в сегодняшней философии. Нам нужный абсолютный стандарт. Людям сегодня нужен страх Божий. Перед кем они будут нести ответственность? Перед кем? Перед кем дадут отчет? Интересно, что послание к евреям так и говорит, что перед Всевышним мы дадим отчет. Когда Моисей вышел на гору, они сомневались, пришло сомнение – может быть, Моше умер, может быть, он бросил нас, может, не вернемся. Дай нам другого тельца, дай нам другого Бога. И то, чтобы они получили. И то, что сделал Саул, когда Бог ему сказал казнить царя Агага, филистимского царя, то он не сделал это. Он тоже нанес вред своему народу, нанес вред своей семье. Бог отверг его. Если мы отрицаем, для нас это очень важный момент, не поддаваться сомнению, не сомневаться. Сомнения всегда атакуют, сомнения всегда охлаждают наши отношения с Богом, перед Богом. Если у нас нет страха Божьего, наши связи становятся неразборчивыми. Наша мораль, наши отношения к 10 заповедям, 613 заповедям становятся, ну, мы сами решаем для себя, какую заповедь выполнять, а какую не выполнять. И, знаете, мы встречаем таких людей. На самом деле, вы верите во все это? Когда это было написано? Кем было написано? Когда это? Возможно, вы слышали тогда такие вопросы? Не будьте такими фанатиками. Есть много других прекрасных религий, есть много других прекрасных мудрецов. Вы что, куда вы ходите? Вы стали сильно религиозными, да? Вы слышали такие вопросы? Вы стали слишком фанатичными? Но куда вы... Много таких нам задают вопросов, потому что люди, мы знаем, кто за ними стоит. Наш враг. Кто задает за этими вопросами. Постмодернизм – это особый взгляд на мир. Особое мироощущение.
характерно для человеческого, для человечества новой эпохи. Это концепция на основе плюрализма. Концепция то, что человек всегда прав. Все вокруг человека. Гуманизм. Гуманизм, человек, крия, все. И к чему приводит нас сегодня постмодернизм? К кризису целей, кризису идеалов, кризис прогресса. Сегодня постмодернизм, сегодня современный мир, это то, что мы проходим, это Божий суд над нигилизмом, над отрицанием важных авторитетов Слова Божьего. То, что мир ищет другого Бога. И как нам бороться с неверием? Что мы должны делать, чтобы победить неверие? Писание учит нас, что с одной стороны мы должны вести войну, мы должны побеждать, мы должны быть вооружены и не примиряться с грехом, не примиряться с вот этим современными философиями, не принимать то, что человек во главе всего. С другой стороны, мы знаем, что Писание нам говорит, что ты должен вести войну, а Моисей должен был стоять на горе. Когда Моисей поднимал руки, народ Божий выигрывал. То есть, когда мы обращаем свои взоры к небу и подчиняем свое сердце Богу, то мы побеждаем врага и не падаем перед ним. И это наша война. Всю жизнь, всю духовную жизнь мы должны побеждать. Мы должны обращать внимание и стоять на Слове Божьем. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей, тьмы века сего, против духа злобы поднебесной. Мы побеждаем сражение. Книга Откровения 12 говорит нам. Мы победили кровью Агнца и словом исповедания. Аллилуйя. И мы победили. Когда мы победили с Иисусом, мы победили. Наше покаяние – это начало победы. Мы захватили свою землю, мы свою территорию очистили, да? Мы считаемся первым плодом. Интересно, да? Если мы сравниваем себя. Первый плод, который принес Иешуа, и первый плод – то, что мы родились на праздник Шавуот, то мы получаем благословение. Мы получаем благодать Божию. У нас есть обетование. Пятеро из вас прогонят сто, а сто из вас прогонят тьму. И падут враги ваши перед вами. И мы дальше продолжаем сражаться. Враг может подходить с разных сторон, с разных ситуаций, но у нас есть авторитет. Авторитет Слова Божьего. То, что мы получили на горе Синай. То, что у нас есть Слово Божье. То, что у нас есть конечный результат. Интересно, что конечный результат – это Слово Божье. Где бы мы ни раздался, да, помните, важный мой пример. Иисус боролся с лукавым через Слово Божье. Я хочу вам пожелать победить в себе сомнения. Победить в себе главное. Победить эгоизм. И знаете, постмодернизм когда-то закончится. И начнется новая эпоха. Люди опять начнут что-то верить, люди начнут что-то объяснять, что с чем-то что-то сравнивать. Но верующий человек, он посажен на Слове Божьем. Он не зависит от смены эпох, от чьей-то воли, но он зависит от воли Божьего. И в заключение хочу сказать. Каждый человек, будучи образом и подобием Божьим, способен к внутреннему опытному познанию Бога. То есть вере в Бога. Через веру мы познаем Бога. Религиозных людей не бывает, неспособных людей не бывает. Атеистов по природе не существует. Познание о Боге, его свойствах и действиях, и отношение к миру и к людям, это непрерывно связано с познанием Бога, с живой верой в Него. Я познаю себя, я познаю Бога, я познаю человечество. В противном случае оно становится только внешним и религиозным знанием. Достоянием только ума, фанатизма и памяти не имеет значения для нашей жизни веры. Интересно, что как и в то время, как и сегодня, знаете, когда, если мы сравниваем события праздника Шавуот и сегодняшний день, то мы тоже, они вышли из Египта. 400 лет они были в Египте. Их никто не учил вере.
У них даже не было Слова Божьего. Но внутреннее состояние, они говорили, он есть, он существует. Познание Бога сохраняется и возрастает в человеке при условии правильных отношений к Богу, чистоты сердца и принятия в благоприятной духовной среде, семейной и церковной. То это очень важный момент, что у нас есть авторитет, у нас есть образец, и у нас есть общество, которое стремится в этом. Это главный вызов сегодняшнему миру. Церковь, собрание, где мы проводим время, где мы находимся с такими же людьми. И главной причиной утраты веры является нездоровое греховное направление жизни, когда собственная личность с ее эгоистическими стремлениями выдвигается на первое место. Но правильное отношение к Богу и к людям исцеляет такую ситуацию, исцеляет такую личность. Но когда мы становимся на первое место, то Бог уходит, становится пусто. И начавший процесс жизни от Бога не может быть остановлен никакими способами, пока человек не сам себя остановит, не дойдет до своего предела. Пусть Господь вас благословит. Хах, Самеах, Шавуот, благословение. Слово Божье, авторитет Слова Божьего и благословение Божье. Анохи Адонай Элохеха, Ашер Хоцепи Хамерха. אלוהים אחרים על אופניי לא תעשה לך נסל בכל תמונה